Всем привет! Наступает новый 2019 год. И хотел бы вас с этим поздравить. В прошлом году у меня не получилось. Я был в больнице как раз в это время и записать не смог поздравления. Но в этом году пока я еще не в больнице, поэтому записываю. Что бы хотелось вам пожелать? Чтобы у вас появилось время. Наконец-то то нужное время, которое всегда нужно. Вот, чтобы вы его использовали с пользой. Возможно, изучили что-то новое, а возможно, провели больше времени там, с семьей, с детьми, с родителями. Вот. Чтобы, конечно же, у вас было время на то, чтобы смотреть все мои ролики, не пропускать рекламку, не перематывать и все такое. Лайкать, ну, это уже такое, шутки. Вот. Чтобы у вас появилось время и возможности прочитать хотя бы штук 10 каких-то полезных книг по профилю и не по профилю. Ну, возможно, кому-то хотелось научиться вязать крючком, чтобы вы нашли это время, выделили и прочитали книги и научились. Возможно, кто-то хочет выучить новый язык программирования, новую технологию, ну и что-нибудь еще. Так вот, чтобы на все это у вас было время. Чтобы ничего вам не мешало. Вот, чтобы вы сами могли планировать все свои дела и чтобы никто не мог на это влиять. Что вам еще пожелать? Ну и уже давайте, наверное, чтобы у нас уже там 4600 подписчиков, чтобы нас становилось больше. А если нас будет больше, то, конечно же, материала будет больше. И материал будет качественнее, чем это есть сейчас в некоторых роликах. Ну и хотелось бы, чтобы, конечно же, больше, если у кого-то что-то было нехорошее, чтобы этого нехорошего не было. Но чтобы этого нехорошего не было, я думаю, вы сами знаете, нужно самому прикладывать к этому усилия. Так вот, чтобы вы не делали ошибок, чтобы всегда задумывались перед тем, чтобы что-то сделать. Вот. Так. Ну, вроде бы... Ай, блин, испортил. Ладно. Ну, что тут еще добавить? Наверное, больше нечего. Чтобы у всех все было хорошо. Чтобы никто не болел. Это самое важное. Потому что заболел. И все планы идут наперекосяк. И чтобы всегда было отличное расположение духа, чтобы всегда вам было весело и радостно, и никакие трудности вас не смогли бы расстроить. Ну, сейчас я докрашу. И это игрушки, это не яблоки. Это игрушки. Надеюсь, вы хоть этот ролик до конца досмотрите. Так, сейчас, секундочку, еще вот таким цветом. Ну, с новым наступающим 2019 годом! Всем спасибо и всех еще раз поздравляю. Всем хорошо отпраздновать. Ну и до встречи в новом 2019 году. Всем пока!